Для начала в чайник заварочный мы положим ягоды замороженные. Здесь у нас смесь из малины, смородины и вишни. Но можно использовать свои любимые замороженные ягоды. Секретный ингредиент этого чая – это сушеный апельсин. Можете использовать несколько долек. И второй секретный ингредиент – это палочка корицы. На вот такой объем, как у меня 650 мл, достаточно одной палочки, потому что корица имеет очень насыщенный аромат и вкус. Так, мы установили емкость для того, чтобы засыпать заварку. Да-да, какой зимний чай, собственно, без заварки. Мы добавляем на немножко совсем две щепотки, потому что у меня чай достаточно крупный. Также какой зимний чай без меда. Мы добавим всего одну ложечку меда. Заливаем всю эту красоту кипятком. И даем чаю настояться хотя бы 5 минут. После дегустации мы пришли к выводу, что это очень вкусный чай. Он понравится людям, которые любят вот такие вот фруктово-ягодные напитки, чаи не просто чистые, а с какими-то вкусами добавочными. И это действительно согревающий напиток. Согревает и вкусненько.